После крайне вялой азиатской сессии на вчерашних торгах прорыв евро-доллара ниже уровня 1.3375 слегка оживил ситуацию, хотя и не продемонстрировал какую-либо определенную тенденцию. Учитывая отсутствие экономических новостей и закрытый рынок Лондона, пара практически весь вчерашний день провела в границах узкого бокового диапазона, ограниченного уровнями 1.3390-1.3360. Даже слабые американские данные по товарам длительного пользования не смогли подтолкнуть евро выше уровня значимого сопротивления 1.34. По всей вероятности, потенциал для роста единой валюты уже исчерпан, и максимальный уровень 1.3450 стал для пары евро-доллар потолком. Тем не менее, возможно, сегодня быки по евро попытаются взять ситуацию в свои руки. В 12.00 по Москве будут опубликованы условия деловой среды, оценка текущей ситуации и экономических ожиданий от Института экономических исследований в Мюнхене. Есть все основания полагать, что показатели могут поддержать единую валюту, учитывая при этом последние сильные данные по деловой активности в Германии. Если это произойдет, курс пары в очередной раз может протестировать ключевой уровень сопротивления 1.34 с ближайшей целью на 1.3450. Здесь, вблизи этого уровня, вновь будем ожидать разворот пары на снижение к целевым уровням 1.3356, 1.3342, 1.3320 и, возможно, 1.33. Если же статистика окажется негативной, евро-доллар развернется на снижение к вышеназванным целям от текущих ценовых уровней при открытии дневной торговли.